Добрый вечер. Игорь, с победой. Насколько Игорь доволен? Не только счетом. Ну, неплохо сыграли. Неплохо, конечно, немножко начали. Но, скажем, в периоде вот немножко концентрацию теряем, а так, в принципе, неплохое движение. Создавали неплохие моменты. Сочетание троек, которое было в этой игре, больше подходило? По сравнению с финнами, значит. Изменений там не было. В принципе, там небольшие изменения были. Uh-huh. Если вы наблюдали за ничем. Да, конечно. Можно ли сказать, что красная машина отсалютовала Дню Великой Октябрьской социалистической революции? Давайте не будем вот начать утрировать. Красная машина. Красная машина была тогда, когда играли у нас великие мастера. А сейчас идет новая сборка. Мы хотим быть похожими на них. Мы хотим что-то, хотя бы если у нас получится это. Мазякин, Шипачев, Додонов сегодня показали то, что вы хотите. Ну, знаете как, довольствоваться вот этим. Может быть, они еще могут играть и лучше, потому что, в принципе, звенья не так сыграны были. Поэтому всегда хочется больше. Первый гол для Апалькова. Можно сравнить до него год назад, здесь он дебютировал год назад и сегодня? Ну, это звено вообще неплохо сыграло. На удивление, мне очень понравились и центральные нападающие, и крайне нападающие. Поэтому все в их руках. По вратарю на заключительный матч определились? Пока нет. А с тем, кто не будет играть, вот 4 человека? Тоже пока нет. Сегодня кошечка. Есть ли вопросы? Очень хорошо сыграл. Спасибо. Обед. Спасибо. Спасибо.